Новый мюзикл в двух действиях «Леонардо» о знаменитом изобретателе Леонардо да Винчи стартует 27 марта в Крымском государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Сегодня режиссер постановки Владимир Косов впервые представил спектакль в рамках закрытого показа. «Прежде всего хотелось показать многогранность личности главного героя», говорит главный режиссер Мустеатра. Он был разносторонне развит и заложил много идей, которые ученые до сих пор разгадывают. Знаменитые загадки Леонардо да Винчи. Это все, кстати, отражено в этом спектакле. Но мне нравится, что Леонардо предстает здесь не только как художник, инженер, конструктор. Он еще в первую очередь раскрывается как человек, который испытывает такие же человеческие чувства, как и все мы, но только в случае с Леонардо эти чувства намного выше. Я бы так сказал, что они возведены в самый высокий ранг. Наверное, если бы было еще слово, которое стоит над словом «любовь», вот это про этот спектакль. Какая-то абсолютная любовь. Наверное, абсолютная любовь. Ну, так как и сам Леонардо-то стремился к совершенству, наверное, даже в этом чувстве он тоже стремился к некому совершенству. Очень непросто было собрать всю картину воедино. Пазл создается по частям, говорит Косов. Музыкальный театр один из лучших в Крыму, и зрелище будет интересным. Если зритель ищет искренних чувств и впечатлений, стоит прийти на этот спектакль. Да и персонажи довольно колоритные, отметил он. Есть Андреа, натурщик Леонардо, такая неординарная личность. Образ Джованни – это девушка, которая шпионка, которая переодевается в мужское платье, чтобы отомстить Леонардо. Это сам Савонарола, это исторический персонаж, который ненавидит Леонардо и мечтает сжечь его на костре. Да, в принципе, Матурина, Зарастра – это очень характерные персонажи. Все персонажи яркие. Один из необычных персонажей – натурщик Леонардо, которого рисует как художник, так и его ученики. Его играет Владислав Головин. Роль для актера оказалась интересной. Обычно он играл героических персонажей. В этот раз все иначе. Нужно раскрывать другие черты характера. Этот человек свободолюбивый, для него нет разделения на мужчина и женщина, то есть для него все люди равны друг перед другом и для него в особенности. Поэтому он очень такой любвеобильный, любит просто мир, любит жить, любит шутить. Поэтому это очень интересная роль, потому что она по-своему такая многогранная. Это полная противоположность того, что я, например, играл до этого. В этом спектакле много танцев и песен. Почти каждый главный герой в постановке исполняет песню, иногда не одну. Мюзикл не поднимает какие-то серьезные или острые проблемы человечества, но он интересен для желающих познакомиться с творчеством легенды Леонардо да Винчи, добавил Владислав Головин.